К празднованию Масленицы в Ставрополе подключили и современные технологии. Компания «Ростелеком» тоже с размахом проводила зиму. На специально организованной площадке все желающие могли исполнить любимые песни, принять участие в викторинах и розыгрышах. Александр Григоров обо всех сюрпризах. Настоящий семейный праздник прошел на развлекательной площадке «Ростелекома». Одними из первых сюда пришло старшее поколение. Бабушки приняли участие в программе и получили фото и подарки. Очень хорошо. Спасибо вам большое. Очень хорошо. Праздник хороший, погода хорошая. Брелок получили мы. Вот, сфотографировали нас. Так что все нормально. А это один из победителей непростого конкурса Олег. Мужчина ответил почти на все вопросы об услугах компании «Ростелеком» и выиграл интерактивную приставку 2.0, которую можно носить с собой и смотреть телевидение с набором удобных опций в любом месте, где есть интернет. Поздравляю, да, с этим знаменательным праздником. Все-таки это первая весточка весны. Всем желаю счастья, любви и смотрите телевизор «Ростелеком». Каждый участник праздника от «Ростелекома» нашел занятие по душе. Кроме викторин и конкурсов, жителей ждала специальная фотозона для оригинальных снимков, а самых маленьких гостей – бесплатный аквагрим. Кроме этого, на нашей площадке каждый желающий мог ознакомиться с услугами, которые предоставляет компания «Ростелеком», проконсультироваться и прямо на месте подать заявку на подключение. Такая возможность позволила сэкономить личное время наших клиентов, что весьма актуально для современного ритма жизни. Больше всего гостям праздника понравилась услуга оператора караоке. Свои любимые песни ставропольцы исполнили громко и от всей души. Александр Григоров, Мария Гнездилова, Виктория Середа и Николай Попов, Ставропольское телевидение.